Весенние полевые работы уже ведутся практически во всех районах области. На Шимских полях идет сев глазерного овса. Эта культура используется в качестве сырья для выпуска безглютеновых хлопьев. В этом году из-за теплой зимы посевная началась чуть раньше. На предприятии «Сташевское» планируют засеять 1000 гектаров овса. 1/5 плана уже за плечами. На поле работают 25 человек. Большую часть времени сотрудники находятся друг от друга на приличном расстоянии. И все-таки меры предосторожности никто не отменял. У каждого механизатора есть обязательно в наличии маска. Также есть флакончики с дезинфицирующей жидкостью. Вот, а также мы вот заключили договор их обеспечиваем питанием, чтобы это было проще и легче, чтобы как можно меньше контактов было. Глазерный овес, который засеивают в Шимском районе, это особый сорт. Он не содержит в себе глютен. Из этого овса на предприятии производят безглютеновые хлопья. Они, во-первых, полезны людям, больным целиакией, это непереносимость глютена. То есть тем, которым ничего нельзя, ни пшеницы никакой. Вот. Для них это еда полезна, и плюс она полезна для здорового образа жизни. Это единственный завод в России, который наладил полный цикл производства безглютеновых хлопьев. В этом году компания «Сташевская» отдала почти 5000 пачек хлопьев в дома престарелых области и Свято-Юрьев монастырь. Запросов на этот товар довольно много по всей стране, в том числе из Крыма, Урала, Сибири. Также новгородским продуктом интересуются даже на Дальнем Востоке.